Видео записано специально для сайта repetit.ru. Добрый день, дорогие родители, ученики. Рада вас приветствовать. Меня зовут Мелисса Ахмовна. Я являюсь репетитором для учеников 6-7 классов. Опыт моей работы более 1 года. А что касается моего образования, то я закончила бакалавриат по направлению химическая технология Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета. Также был опыт работы химиком-аналитиком на фармпроизводстве в течение 3 лет. Параллельно совмещала мою работу с репетиторством. Я хотела бы показать вам свое рабочее место и некоторые наработки. Подготовка к 1 сентября. У меня есть камера с высоким разрешением и хорошим качеством звука для проведения уроков. Также хотела бы показать вам платформу, на которой я занимаюсь. Данная платформа называется Холст. Это мой урок, подготовка к новому учебному году после 5 класса для учеников 6 класса и также для учеников 7 класса. Разрабатываю такие уроки постоянно, все шаблоны мои. Учеников приглашаю просто по ссылке.